2410 популярных видеороликов на моем канале на вечер 1 сентября 2024 года. И эту информацию предоставил сам YouTube, что является весьма даже замечательным, потому что определить количество популярных видеороликов на моем канале практически невозможно, просто потому что самих видеороликов много. Я 4 назад, наверное, уже 28, по-моему, утром было, да. 28 августа утром мой канал на YouTube прошел рубеж 68 тысяч опубликованных видеороликов. И как среди этой массы определить, да, какие из среди них являются популярными, а какие нет? Да никак не определишь. Но дело в том, что сейчас это и не нужно делать, потому что на YouTube существует агрегатор, который обрабатывает данные и выдает уже готовую информацию о количестве популярных видеороликов. Вот и все. И можно сказать спасибо YouTube за заботу. Искренне это говорю, да, потому что тем самым YouTube избавляет нас от ненужных хлопот.